во многих странах мира объявлен день траура. Мы скорбим вместе с родными и близкими людей, погибших в результате чудовищных террористических актов, случившихся 14 ноября в столице Франции, в Париже. Почтить память погибших в этой страшной трагедии минутой молчания.
Мощного рука команды «Факел» подводил Артем Кобылкин, номер 90. Антон Заболотный, номер 11. Артур! Рот номер 22!